Здорово всем самоизолирующимся. Че, как у вас там дела? Мы работаем. Дальше работаем, продолжаем. Все те же самые вилы. Вот этот вот розовый, вот этот вот хрюха, короче. Продолжаем передние подкрылки. Давайте покажу. Я тут повскрывал чуть-чуть, вот подкрылок снял, как бы вот. Видно? Видно, да? Видите? И, то есть антикор когда-то ему делали легкий такой вот. Такой вот, видите, вот он есть антикор. И вот это вот целое. Вот ржавчина, потому что натерла в этом месте. Если бы не натерла, был бы все бы ништяк. Так вот. Вот наш с вами, так сказать, нюансик. Изнутри там шумка у него. А здесь вот все чуть-чуть сгнило туда. То есть надо вот так вот примерно вырезать. И латочку поставить. Да? Вот так вот вырежем. Здесь что-то, наверное, есть. Так что вот, наверное, вот до сих вот так вот опор. Ну или как-то так вот. Главное дело, ничего там изнутри не поджечь. Ну да, битумная шумка. Самая настоящая шумочка. Штатная и плюс штатный поролон. Надо немножечко поразбирать салон изнутри. То есть сейчас сидуху, наверное, вытянем. А может, не вытянем, посмотрим. Порог скинем. Пол поднимем. Ну вот, собственно говоря, вот туда вот, видите, да, как у меня пыльный объектив. Вон она, дырка, короче, сквозная. Сюда вода лилась. То есть все было хорошо здесь. Так, это надо куда-нибудь вот сюда положить. О, есть сюда. Вот, так что оно... Здесь всегда в ногах была вода. Постоянно. На, как позгнивали немножечко крепления сидений. Она подраскидал чуть-чуть. Так, здесь у нас волок вот этот, он влажный. Здесь все влажное, вон земля. Но как обычно все. Тут, ну, как бы я даже не сомневался, что здесь будет все печально. Надо сейчас вот эту вот заглушечку здесь такую вот открутить. Ну, видите, вот он какой вот он, вот он ломанный, этот весь переломанный. Да, там влажный очень. Влажноватенько с этой стороны, особенно вот здесь вот. Ну, сейчас я доразбираю и покажу. Красиво, да? Мне самому нравится. Капец, грязище. Пока еще совсем не заварил, хочу показать. Вот так вот латочка будет, это оцинковка. Вот отсюда мы начнем варить и туда вниз уходить. Ну а здесь предварительно нужно где-то 3 металла будет сварить. А нужно будет еще лонжерон здесь поковырять. Что-то он какой-то совсем прям плохой-плохой. Надо что-то с ним сделать. Так, я поварил. Лонжерон получился вот так. Здесь вот так. Вот так. Там уже начал герметиком мазать. Покрасил все. Снизу. И здесь это вот так выглядит. Здесь такой вот лонжерон, короче. Там туда, туда, там вот я проварить не смог, потому что болт этот не выкручивается. Ломать я не хочу гайку, которая в лонжероне, поэтому не надо, я там герметиком замазал. Все хорошо, здесь проварено все. Проварено, проварено, проварено. Там тоже сапог, носок сапога. Лонжерона промазал. Здесь, в принципе, лонжерон ничего, так еще живой. Дырок нету, как на этом вот было. Здесь потому что дырище было. Поэтому это трогать я не буду, потому что, видите, здесь уже кто-то уже что-то латал, клеил, варил. Поэтому я не хочу за это браться. Больше я устал. Вот. Сейчас мы с клиентом спишемся на эту тему. Обсудим и там как дальше пойдет. А, наверное, в принципе, все. Еще остался антикор. Я все закончил. Как, надо еще колесо прикрутить на самом деле. Но я специально его не прикручивал, чтобы вам показать, как оно, что там, как там. Короче, антикор я сделал. Все помазал. Все пролил. Все ништяк. Так, сейчас фишечку берем. И идем показывать вам. Получилось, короче, вот так. Все залито. Залито, залито, залито все. Изнутри. Тоже все арки пролиты, там все пролито, все ништяк. Вот здесь вот можно спокойно клеить шумку изнутри.
Там, где вот желтое и белое, короче, оно жирное, но там ничего не приклеится. Вот. Ну и подкрылок получился вот так вот. Ну, то есть, понимаете, да, то есть вот. Антикором все забабахал, все нормально, все хорошо. Весь чумазый, надышался этой гадостью. Устал я от этого Форестера. Все закончили, вот он стоит, ждет своего часа. Сейчас я... Ну, он, короче, сейчас я колесо ему поставлю, он будет стоять ночью, сегодня он постоит, все засохнет, подсохнет примерно, и мы его выкатим, отдадим уже клиенту, все, то есть на этом финалочку. Ну и пособирать там нужно салон, нужно ковер на место положить, там вот это туда-сюда, сиденье перевернуть, ну, как обычно, собственно говоря. Все пособирал. Все вот так, коробка с запчастями лишними. Распорку поставил, все у меня встает, все нормально, ничего не кривить, ничего не косить, потому что надо ставить правильные распорки. Вот. Ну да, здесь сейчас такой эхо. Аж. Ну, вот так вот. Здесь вот так вот. Варил вот эти вот фигни для петелек держателя. Вот. Так что вот так вот из-под этого места убрал бешеное количество шумки. Что это тут лежит? Здесь какой-то болт. Все, я понял. Там фигня, короче. Вот. Вот, в принципе, все. Торпеду я там протер, все это дело протер, двери там почистил, помыл, чтобы они более-менее вид имели нормальный. Вот здесь все пропылесосил, все чистенько, хорошо. Вот там вот надо будет две заглушечки заклеить, вот эту вот дырочку надо будет. Ну просто у меня нет таких заглушек резиновых. Чем я тут шумку что буду клеить? Вот. Ну и вот все, в принципе, концевики двери я подцепил, все подцепил, проводку. Так и просто, конечно, сюда, но что-то пошло, наверное, не так. Ну вот, в принципе, вот так вот все починили. Вроде бы нигде сильно не насрали на потолок. Вроде ничего такого не прожгли сильного. Все вроде нормально, стопаки задние светят оба. Все хорошо. Арки вот так, подкрылки вот так. Все это стоит, пороги стоят. Ничего никуда здесь не шевелится. Все классно. А, нужно накладки поставить. А у меня их не было, по-моему. По-моему, их даже и не было. Не помню. И на доделывание всяких мелочей у меня еще один день ушел. Представляете, короче. Ну, чуть-чуть считаю, уже все, уже вот уже 7 часов. Как говорит Виталька, шабаш. Пора уже домой, типа. Сегодня с утреца. Прям такого нормального. В 10 часов я уже был здесь и фигачил. Распорка туда-сюда. Здесь не заборил. Подварил чуть-чуть, там то, все, 5-10, здесь, короче, пылесосить надо было, выдувать, продувать, стекла отмыть, здесь все эти, газету снять со всех стекол, ну, короче, такая мелочь, короче. Вот так вот, поремонтировали мы Форик окончательно. Надеюсь, что все будет хорошо. На этом, в принципе, все. Всем удачи и пока.